10 вокальных номеров были представлены сегодня в ДК «Исток» на гала-концерте «Прекрасна ты, любимая Россия». Праздник песни приурочен ко Дню России и проходит в рамках реализации проекта губернатора «Активное долголетие» в Подмосковье при поддержке Серпуховского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Сегодня определяется, да, гран-при конкурса, потому что все 10 участников уже являются победителями. Из 10 победителей первого тура есть участники из городского округа Серпухов. Это коллектив «Декалира», поселка Пролетарский. Гран-при конкурса – это большой приз, и он станет обладателем статуэтки Владимира Храброго. Жюри присудило гран-при солистке из Одинцова. По окончании гала-концерта участников праздника ожидала экскурсия по Серпухову.